Так. Деньги или бан, я жду. Да-да-да, я передаю, передаю. Вот. За что ты мне дал бан, козел? Да, напали, пощели бьет! Ни хрена себе! Хей, йоу, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня мы опять будем веселиться и играть на проекте Самп РП. Ребятки, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что это Самп Мобайл. Вы это понимаете? Самп Мобайл Роллплей — это самый крутой проект на планете Земля. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, потому что сегодня будет полный угар. Короче, пацаны, знакомьтесь. Вот это все. Это моя банда, это мои подписчики. Пацаны, прямо сегодня с этими бомжами мы будем нападать на гетто, будем надирать задницы, и сегодня просто будет весело. Ни хрена себе. Посмотрите, кто это такой? Чувак пишет: дай денег или бан. Давайте спрошу: ты кто? Ты кто? Я просто в шоке, ребята. Посмотрите, я админ. Слушайте, у меня есть гениальная идея. А давайте-ка мы забаним этого админа. А ну-ка, напишу: GovDS. Сейчас, ребята, я ему скину дискорд, и тогда будет просто полный трэш. Знаете почему? Потому что тогда я его забаню, а не он меня. Я напишу разрабам, что это фейковый админ, и он людей обманывает. Ага. Чувак хочет получить от меня денег. Ну окей. Получит бан. Так, ну что же, сейчас ему скину дискорд. Алло, ты тут? Давай бабки, живо! Чего? Ну, дай деньги, либо... Админ, не баньте меня, пожалуйста. Я сделал еще, что вы скажете, а как деньги передавать? Сколько у тебя денег есть на балансе? Ну, у меня 460 тысяч. Только давай не баньте, пожалуйста. Да, хорошо. Сейчас передам. Сейчас передам вам деньги. Сейчас. Какой у вас ID? Уточните. Напишите что-то в чат. Посмотри в чат. 5 minutes later. Так, пацаны, я только что замутил микрофон. Я только что написал админу, и сейчас мы, ребятки, этого ролплей админа забаним. Вы посмотрите, какой хитрожопый школьник решил разводить людей на бабки. Но, ребята, он попал не на того. Посмотрите на вот этого бомжа, ролплей админ. Размутился. Так, да, вы готовы к передаче денег? Да. Так. Деньги или бан, я жду. Да-да-да, я передаю. Все, вроде бы выдал, а ну проверьте. Нет! За что ты мне дал бан, козел? Иди ты нах, за что? Ну ты людей банил, как за что? Какого хера ты меня забанил? А что, нельзя? Нет, нельзя, чтоб ты сдох, дай мне разбанный денег. Ну а что ты людей обманываешь, тебе не стыдно? Решил развести топ-ютубера. Ты хотел меня обмануть, Я не обманывал, козел. Я понял, все, давай, пока. Ребята, вот это моя банда. Запомните, как они выглядят. Это Лорд, Милан, Замейка, Рият и Айзад. Пацаны, прямо сегодня с этой опасной бандой мы будем решать проблемы в этом городе. Если кто-то на нас криво посмотрит, мы сразу с локтя! И первые наши враги — это, ребята, синие гетто. Если вы забыли, то в прошлом видео они нас оскорбляли и убили. Мы, ребята, это просто так оставить не можем. Поэтому, пацаны, Лорд, я сажусь к тебе, и все едем к синему гетту, решим там с ними какие проблемы. Ну что же, ребята, вот мы и подъехали к синему гетту. Пацаны, выходим, потихонечку выходим. Идет авторитет Кента ПК. Вы за мной все, осторожненькое. Сразу пишем наше приветствие. Наши коронные. Ку-бомжи. Чтобы они понимали, что тут авторитет, а не какие-то лохи, пацаны. Так, а ну-ка. Змейка, только когда ты пишешь бомжи через русскую букву И, мне стыдно. Ку. Я напишу. Я тут главный. Не попасть, нас напали! Напали синие гетто в атаку просто так, на ровном месте. Не, пацаны, мы это так не прощаем. Мы это так не оставим. Блин, только вы меня не бейте. Вот так, извиняйся, на коленях, пал. Ой, так, пацаны. Блин, меня задавили, что тут происходит? Остановите мир, я сойду. Так, пацаны, походу, не отступаем. Хотя нет, отступаем, пацаны, плохие новости. Все по скутерам, Да ну их нахрен, по скутерам. Так, я жив. О, меня тоже убили! Нет! За что? Охренеть! 5 minutes later. Пацаны, ну а прямо сейчас будет очень необычное испытание.
Первого, кого собьют, получит 1000 голды. Первого, кого собьют, первого, кого просто собьют. Пацаны, на меня напали, стойте! Да ну нахрен, опять это синегита, да идите вам в жопу, пацаны, я их ненавижу. Синегита, тупо петухи. Да посмотрите, они меня даже тут нашли. Мы снимаем себе челленджи, никого не трогаем. Пацаны, в атаку, давайте надерем задницу этому гетто. Ничего не себе позволяет, вы посмотрите на вот это, пацаны. Он же бежит от нас, вот так, беги. Беги, подлый трус, пацаны. Я просто в шоке, вот этот... Ну как они это делают? Бежит от нас, пацаны, давайте, в атаку, в атаку, в атаку. Давай, вот так, беги, подлый трус. Пацаны, красавчики, вот так мы сейчас с ним по-мужски разберемся. Главное, чтобы он не достал оружие и нас всех не расстрелял. Давайте, о, красавчики, пацаны, давайте, мочим его, мочим, мочим, мочим. Чтобы знал, как нас нападать, не, ну он вообще охренел. Мы сейчас снимаем челленджи, он нас отследил и попытался убить. Не, ребят, официально синяя гетто это самое плохое гетто на планете Земля. В нем реально одни петушмены. Давай, вот так, ништяк. Вот так, пацаны, вот так. Топчешься по нему. Вот так, как говорится, пятеро одного не бьют, но, ребята, одного только не у нас. У нас можно бить хоть десятером одного. А, все, он ливнул, застал. Вот так, ребята, это победа, красавчики. Просто взяли его и опустили. Просто по красоте, ребята, вот это понимаю, по красоте. Просто не спрашивайте, откуда у меня вертолет. Прямо сейчас, ребята, я на вертолете лечу в сторону мэрии, заберу моих подписчиков, и мы валимся в синее гетто и посмотрим на их реакцию. Я говорю сразу, они офигеют, пацаны. Я вам это гарантирую. Вы просто посмотрите на этот замечательный вертолет. Он какой-то такой черный, бандитский. Ну я же бандит, значит, и вертолет такой же. Ну что же, ребята, прямо сейчас я приземляюсь, забираю своих подписчиков, и мы летим к синему гетто. Так, пацаны, вы готовы? А, пацаны, так, тихонечко, тихонечко, так, подписчики, говорю сразу, на всех места не хватит. Или хватит? Да ну нафиг! А ну-ка, заходи, еще одно место есть. Опа, пацаны, вот это по красоте, мы взяли вертолет. Ты куда меня выкинул, лорд? Так, вылезай по-хорошему. Ни хрена себе, лорд добрый, да? Взял кента, выкинул. Садись, лордик, запри, быстрее. Пацаны, вот синее гетто, мы прилетели. Сейчас мы покажем, кто главный. Просто, чтобы не понимали, что мы авторитеты, а не лохи какие-то. Так, пацаны, приземляемся. Вы посмотрите на их реакцию, они просто офигели. Думают, президент, наверное, приземлился. Но нет, это кента пока. Пацаны, так, тихонько, 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 тихонько. Осторожненько, осторожненько. Чтобы они не украли мой вертолет. Осторожненько. Не-не-не, смотрите, хотят... Смотрите, ха-ха. Вы посмотрите на их... Вертолет пропал, мать вашу! Ну нахрен! Так, тихонечко, пацаны. Нас, возможно, захотят убить. Пацаны, смотрите, они просто охренели. Так, мужики, мужики, все встаньте возле меня, прикройте. Он пишет, это как такое возможно? Он вообще не понимает, что происходит. Так, пацаны, тихонечко, вы чё драку начали? Ё-моё, убили главу синего гетто, вы рофлите. Да как так-то? А, никто даже внимания не обратил. Убили главу синего гетто, а им насрать. Не, пацаны, я в такое гетто вступать не хочу. Сразу пишу, напишем. Извинитесь... Передо мной. Извиняйтесь, или вам всем крышка. Пацаны, нам просто нужны их извинения, чтобы они понимали, что так делать нельзя. Так, а ну-ка. Извиняемся или нет? Пацаны, кажись, сейчас будет что-то неладное. Вся моя банда, все подойдите ближе, ближе, банда, подойдите ближе. Возможно, сейчас будут махачи, готовьтесь. А, напали, пацаны, бьют! Ни хрена себе! Что происходит? Давайте, махач, пацаны, меня убивают! Поехали! Давайте им покажем, каково это на кента руку поднимать. Вы рофлите! Ни хрена себе, вот эта банда галимая! Пацаны, бьем их! Не, синеет определенно, это гетто бомжей. Что они себе позволяют? Они руку подняли на кента, на топ-ютубера! Ой, кажется, я прияду ударил. Так, пацаны, у меня проблемы со здоровьем. Давайте в атаку, мужики! Ой, блин! Айзат, сорян, я, походу, тебя чуть не убил. А, стреляют, стреляют! Ой, они своего убили. Так, тише, тише, меня убили. Нет, меня убили. Нет. Синее гетто, запомните меня, я вам отомщу. Во-первых, они подумали, что я фейк. Во-вторых, они начали меня бить первые. В-третьих, они вообще охренели, пацаны. Давайте хэштег го еще, если ему продолжение. И тогда я надеру задницу этому синему гетто. Что они себе позволяют? Они еще наглее, чем зеленое гетто. Я просто в шоке. Ну а чтобы совершенно бесплатно получить на свой баланс 120 тысяч,
Тебе надо всего лишь при регистрации ввести секретное слово. Какое слово? А ну, пацаны? Да, секретный промокод Кент. Пацаны, при регистрации вводите Кент и получайте на халяву 120 косарей, и вы будете тупо топ-мажорами. Купите себе квартиру, машину, все, что захотите. Или вот так можно еще вводить. ММ пишите, дальше брайте раздел промокод и пишите Кент. Ребята, все предельно просто, поэтому обязательно вводите промокод Кент и становитесь сказочно богатыми. Ну и конечно, мне много кто писал, что у него вылетает игра. Ребятки, чтобы игра не вылетала, сделайте просто такие же самые настройки, как у меня. Тогда вообще ни единого вылета у вас не будет, будете просто играть, кайфовать. Вот такие вот тут настройки. И вот тут такие настройки ставите, и все, пацаны. И у вас никаких проблем никогда в жизни не будет, запомните их. Как же скачать GTA на ваш телефон? В описании есть ссылочка «Скачать лаунчер». Вы качаете лаунчер, устанавливаете его. После этого выбираете лайт-версию, именно я ее рекомендую. И проходите регистрацию на самом сервере. Я играю на сервере номер 2. Ребята, все очень просто, но если вам что-то непонятно, в описании есть ссылочка на инструкции, тоже внимательно прочитайте. Ссылочка на данный проект есть в описании, поэтому, пацаны, обязательно заходите и играйте вместе со мной. Блин, какой дебил меня сбил. Короче, пацаны, ссылочка в описании. Переходите обязательно, регистрируйтесь, вводите промокод Кент. Всех люблю, всем удачи. Хэштег Го еще, и я сниму продолжение. Всем пока.